Знаешь, как называется самое богатое место в мире? Самое богатое место в мире – это карман ассенизатора. Спорим, не знаешь? Как это не знаю? Я же только что сказал. Сейчас добрая корова даст ему молока. Мне кажется, вот это не корова, мне кажется, это бык. Отолью вам сейчас своего природного кама. Спасибо! Это Порш, говновоз. Коровы! Эти коровы просто на три буквы послали вот этот вот спермодрочевоз. Весь нос в молоке. Ты чё, салфеткой, блин, нос ему оторвала? А, нет, ошибся. А зачем тряпку с хлороформом вы приложили коту? Ну все, теперь он заснет. Можешь пойти и выпить стакан молока прямо сейчас. А у меня нет, бля, молока нету. Или почитай с нами еще. Хорош сопли пускать, все в пузырях. Эти кубики должны нахрен были рассыпаться, потому что такой удар они бы точно не пережили. Так вот, кто мою посылку с Алиэкспресса доставил, разбитую. Едет бульдозер, брум-брум. Правильно, давите, давите продукты с едой, давите. Хотя я это, конечно, осуждаю. Давай почитаем. Ну я уже читаю. Давайте так. А давайте не будем мне указывать. Вы прочитаете, что здесь написано. А потом поедете на детскую площадку искать сюрпризы. Какие еще сюрпризы? Говно собачье в песке.